Я знаю, что у вас сегодня будет много разных встреч и переговоров с премьер-министром Украины. Вчера у меня состоялся диалог с премьер-министром Сунаком, и я ему очень благодарен. Мы обсудили некоторые подробности нового пакета. Сегодня утром я увидел всю подробную информацию, и мы благодарны за военную поддержку. Мы сотрудничаем, предоставляем финансовую помощь, но прекрасно понимаем, что именно вы ценой своих жизней отстаиваете свободу. Это не просто добрая воля. В стратегических интересах Великобритании и Европы Путин должен потерпеть неудачу. Мы сделаем все возможное, чтобы остановить его. Поэтому мы хотим продолжать поддерживать вас всеми возможными способами. 25 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром финансов Великобритании Джереми Хантом и призвал ужесточить санкции против России, чтобы Москва не могла их обойти.